Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Чернов Александр Владимирович. Я научный руководитель ветэндошколы Карл Шторц в России. Вашему вниманию представляется клинический случай, демонстрирующий некоторые особенности эндоскопической картины при абразивном остром гастрите у кошки. Обратите внимание, что в пищеводе изменений не обнаружено, и быстро проходя его, мы сразу же в желудке видим линейные формы геморрагии. Причем их несколько. И обратите внимание, что есть даже очень выраженные, возвышающиеся над уровнем слизистой пораженные участки, такие локальные пораженные участки, которые не что иное, как острая эрозия. Хотел бы отметить, что все изменения в основном локализуются в области тела желудка. Объясняется это тем фактом, что именно тело желудка – наиболее подвижная часть органа. Хотел бы также сказать, что при исследовании привратника в данном случае мы изменений не обнаружили. Это тоже не случайно, и объясняется это как раз абразивным острым гастритом. Спасибо большое за внимание. До новых встреч!